28 червня у Мінску балі випускників вищих навчальних установ Білорусі. Удзел у ім прымають 222 лепших студента. Ад Магілёўскай області на республіканскі баль паехалі прадстаўнікі 5 вышэйшых навчальных установ рэгіёна. У добры шлях дэлегацыю выправіла наша здымачная група. Влазіце. От. Все. Перед отъездом на баль – селфи на память. Усе яны – лепшие выпускники высших научных установ в области. Стипендиаты, удельники науковой працы, уладальники червоных дипломов. И уже зусім хутка – молодые специалисты. Я 1 числа заканчиваю, получаю свой диплом. Вот, лейтенантские погоны, специализацию юрист. Вот, и уже отправляюсь, так сказать, в следующий этап данной жизни. Я иду в школу по распределению в Могилевский район и тоже с нетерпением жду, когда уже приступлю к своей любимой, думаю, работе. До балю рыхтовались с хваляванием. Девчаты подбирали уборы с таким разликом, как выглядать элегантно и вытонченно. Подходили к этому вопросу серьезно, чтобы это было не вычурно, а очень по-деловому и красиво. Естественно, помогали все родственники, потому что на мероприятие такое не всех, получается, берут, да, и хочется, конечно, быть красивой и показать себя с лучшей стороны. Приузнятый настрой и хваляванне. Хлопцы и девчаты чакают от республиканского балю не только уражению, але и уникального опыта. С позитивным настроением, предвкушением чего-то грандиозного, масштабного события в своей жизни. Чего ожидаешь? Фотографии с президентом. Юнацкие мары и надеи яны вязут у столицу разом с запалом на новые достижения. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, новины регион.